Брестский областной военкомат отправил в ряды белорусских войск порядка 130 молодых людей. Все они попали в элитные военные части, включая силы специальных операций и Минскую военную комендатуру. Кому-то предстоит пройти ответственный этап в жизни длиной 365 или 547 дней. За это время юношам предстоит столкнуться с различными испытаниями. Но это на их же благо. Это, наверное, самые элитные подразделения, в которых будут служить наши военнослужащие. Это и силы специальных операций, это и военная комендатура города Минска. Вот, и ряд подразделений, обеспечивающих центральные органы военного управления. Ну а вообще в ходе этих отправок мы планируем отправить более 1500 человек, которые будут проходить службу в основном на территории Брестской области, в воинских частях как Брестского, так и Барановичского гарнизонов. Вот. Ну и ряд военнослужащих будет проходить службу на границе, в органах пограничной службы. Ну и те, кто имеет специальности, которые востребованы в других воинских частях на территории Республики Беларусь, будут служить и в нашей столице, и в других регионах Брещины. К сожалению, состояние здоровья призывников в последние десятилетия оставляет желать лучшего. Не все могут пройти именно туда, где хотели бы служить, но набор все же есть. Те, кто приходят сегодня в ряды срочников, с уверенностью говорят, что хотели бы провести это время с максимальной пользой, развивая физические качества, выносливость, силу духа. Ведь история показывает, что все эти навыки, к сожалению, в трудные времена могут пригодиться. Я хотел пойти служить в армию, как бы, то есть мне нравится вот, военное дело, как бы рассказывали, как бы, ну, много чего рассказывали, давали много советов, сказали то, что, ну, как бы первые вот там месяца нужно держаться, как бы, то есть. То есть как бы крепиться, то есть терпеть, то есть все испытания как бы проходить, а потом уже говорят, привыкнешь, вольешься, как бы станет попроще уже, как бы, то есть и будешь себе служить, как бы все будет хорошо. Поставить за себя, так сказать, не ходить куда не надо, не делать то, что не нужно. В принципе, просто служить с честью, вот и все. А сейчас я постоял, послушал, я так понял, все будет хорошо, насчет дедовщины вообще не переживаю, тем более я иду в военную комендатуру. За этим мы будем следить. Всего за время весеннего призыва белорусские войска пополнят порядка 10 тысяч новобранцев. Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же период планируется направить около 200 человек. Отправка нового пополнения в войска продлится до 16 мая.